БСМП города Ангарска идет в ногу со временем. Слияние трех медицинских учреждений в единую структуру привело к созданию многопрофильного медицинского центра с возможностью оказания первичной специализированной и скорой медицинской помощи. Анастасия Москаленко с подробностями. В больнице скорой медицинской помощи с 2019 года был заморожен вопрос по работе лифта в связи с окончанием срока эксплуатации. Для работников и пациентов эта проблема стояла довольно остро, ведь из-за неработающего лифта маломобильным гражданам тяжело было самостоятельно подниматься на верхние этажи. Пришла вот на лечение, сдать анализы, но на третий этаж поднималась. Мне очень было тяжело, конечно. Был бы лифт, я бы раз спустилась и поднялась по лифту. Лифт, конечно, очень нужен. Ну, лифт нужен, конечно, нужен. Что? Не я один с тросточкой хожу, с костылями ходят. Вот, на колясках приезжают, нужен. Здание Ангарской больницы скорой медицинской помощи введено в эксплуатацию в 1984 году. БСМП является одним из крупнейших лечебно-профилактических учреждений города. Ежедневно поликлинику посещает около 1000 человек. Надеемся, даже уверены, что в конце года мы это все завершим. И уже в 2023 год мы, как говорится, порадуем наших пациентов, чтобы все поднимались, особенно маломобильные или кому очень тяжело подняться на второй, на третий этаж, будет возможно по лифту. После ввода в эксплуатацию лифт будет способен перевозить до 8 человек одновременно, что максимально облегчит работу медицинского персонала и пребывание пациентов в медучреждении. Анастасия Москаленко, Роман Буйнов, «Местное время».